Последние новости из Сирии. За прошедший день российская авиация в рамках операции «Возмездие», в том числе за взорванный в Египте пассажирский лайнер, совершила 127 вылетов. Как сообщили в нашем Министерстве обороны, уничтожено 206 объектов боевиков. За это же время самолеты всей западной коалиции во главе с Соединенными Штатами взлетали лишь 20 раз и поразили только 14 террористических объектов.